Всем привет, друзья! И в продолжении обзоров на колясочки от испанского бренда Jané я хочу сегодня вам рассказать о модельке комплектации 2 в 1 Cross Light. Модель называется. Ну, слово Cross уже вы, наверное, поняли, почему. Здесь такое хорошее внедорожное шасси. Вот. Ну, правда, амортизация такая поджатая, упругая. Но она есть. До этого мы дойдем. Вот. В двух словах технические характеристики базовые вам назову. Если что, подробная информация после обзора, ссылочка внизу в описании есть на Firstbuggy магазин. Там все посмотрите. Понравится в обзоре, можете заказывать. 2 года гарантию дает производитель. 12,8 килограмма. Вполне себе адекватный вес. Это у нас с люлькой, с прогулочным блоком 12,4. 125-165 градусов у нас угол наклона в прогулочном блоке, это мы тоже увидим. Соответственно, с рождения до ориентировочно 3 лет можно эксплуатировать эту колясочку. Ширина колесной базы у нас 61 сантиметр. И люлька, на самом деле, вот она вот такой вот формы выполнена. В обзоре предыдущем я уже говорил о том, что у людей оптически такое обман зрения, и люди думают, что она узкая. Она просто такой формы и кажется узкой. А размер у нее абсолютно нормальный, 74 на 32. Это хорошая, длинная, широкая люлька, которая вполне себе и в пуховом, флисовом, там, на шкуре, овчине конверте ребенка зимой в себя уместит. Поэтому за это переживать не стоит. И давайте сразу, не отходя от кассы, посмотрим, что в комплекте. Так, дождевик на люльку и прогулочный блок, и сумка для аксессуаров на ручку. Собственно, вот эта сумочка у нас вот такая вот. Вполне себе приятный такой материал. Вообще, друзья, сразу по материалам сразу же хочу сказать, офигенные, классные ткани, очень приятные, вообще ноль вопросов. Это колясочка, которая активно сейчас развивает, я про бренд, в России, и пока он еще не так раскачан, как именитые там другие бренды, но это такой будущий премиальный сегмент. Он сейчас премиальный смело по качеству, но не по цене. Поэтому сейчас это очень интересное предложение. Вот такое качество за относительно небольшие деньги. Это не дешевая коляска, да, но сопоставимая по качеству какая-нибудь моделька именитого бренда будет стоить, ну, процентов на 30 дороже. Вот, поэтому смело смотрим и изучаем эту колясочку. Вот она сумочка, с этим все хорошо, большая, вместительная, без вопросов. Люлечка у нас, друзья, вот с таким вот большим козырьком. Также у нас здесь есть возможность... Где же ты, замочек, спрятался? Так, вот так вот открыть. И еще вот так дополнительно летом можно, в принципе, козыречек ниже опустить. Тут у нас москитная сеточка. Так, что касается у нас, друзья... накидочки. Накидочка классная здесь. Зимой тоже оцените. Все на магнитиках. Можно вот так поднять, чтобы ребенку не задувало. Вот. Чтобы попасть к ребеночку, по бокам открываем замочки вот так аккуратненько. И сейчас я открою. Вот так вот. И, собственно, вот таким образом мы попадаем к ребеночку. Вот так вот. Опущу. Вот, и смотрим, что у нас внутри. Очень классные, качественные материалы, толстенький матрасик. И смотрите, друзья, дерево самое настоящее, поэтому для любителей деревянного основания дна в люльках здесь с этим все окей. Также видите, что у люльки есть вот такие вот ремешки, фиксирующиеся на раму. Своего рода, знаете как, он натягивает всю конструкцию, чтобы не было вот этого вот люфта. Этот люфт есть везде абсолютно, во всех колясках. Меня лично и большинство людей это не парит. Но есть категория людей, которые говорят, ну что это, она болтается. У нее всего 2 точки крепления. И вот эти натяжные ремни, они как раз таки решают более-менее этот вопрос. Чуть преднатяг такой делают, и она меньше... болтается, скажем так. Так, снять ее очень просто. Тут сбоку кнопочки. И у нас есть ножички, и смело можем ставить куда-нибудь на асфальт, не боясь, что мы ее повредим. Так, друзья, теперь посмотрим на прогулочный блок. Он
Он реверсивный, друзья, и по ходу, и против хода можно установить, само собой. Вот такой у нас прогулочный блок. По козырьку абсолютно идентичная ситуация по материалам, само собой. Здесь у нас тоже есть вот такая возможность. Так, это у нас куда идет? Все. Вот так вот увеличить козырек. Летом тоже будет очень актуально. Опускаем. Вот у нас ребеночек лежит. Сколько я вам говорил градусов? 165, по-моему, в прогулочном блоке. Да, 165 у нас в прогулочном блоке положение для отдыха. Но на самом деле, друзья, абсолютно вполне хватает ребенку, чтобы он нормально спал. В комплекте, видите, еще вот такой толстенький матрасик. Он съемный, если что, с этим все хорошо. Так, есть еще возможность. Вот здесь вот на замочке открываем. И делаем еще вот такое дополнительное отверстие с москитной сеточкой, чтобы проветривалось ребенку. Очень прикольная тема. Так, теперь посмотрим на максимально сидячее положение. Чтобы поднять, просто тянем за черный ремешок, и он его полностью поднимает. В общем, вот такая у нас посадочка. Подножка регулируется, само собой. Пятиточные ремни, мягкие накладочки на плечевой зоне есть, а на паховой, друзья, нет. В последнее время как-то много очень брендов начинает на этом экономить. Ну, не знаю. Я бы оставил, конечно. Так, бампер у нас откидывается в сторону, как калиточка. Обит эко-кожей, приятный. Он брендированный здесь. С этим все классненько. Также ситуация у нас и на ручке. Все в эко-коже. Ручка, что мне очень нравится, она такая толстая. Я люблю, когда на коляске ручки более-менее толстые. И, соответственно, хват такой более уверенный. Ручка у нас регулируется телескопически, поэтому под любой абсолютно рост можно здесь подобрать непосредственно уровень. Что касается шасси, ребят, здесь есть подножка, на которой можно спокойно становиться. По амортизации, как я говорил, она здесь есть, но она такая упругая. Здесь даже видно внутри, пластиком закрыт прозрачным, окошечко с красной пружиной. Все так по-спортивному сделано. Колеса с таким протектором лютым. Багажник у нас здоровый. Он у нас по глубине регулируется. Видите, специальный механизм. В прошлом обзоре я тоже на предыдущую модельку рассказывал. Багажник тут классный. Прям вот хороший, крепкий, толстый материал. Зафиксирован очень мощно. Я думаю, тут ящичек пива спокойно себе поместится и не напряжется коляска от этого веса. Так, по тормозу, друзья, нажали, увидели индикацию, что стоим, толкнули снизу и поехали. Но тут реально чуточку подтолкнули, очень легко отстегивается механизм, никаких проблем. Все окей. Так, друзья, теперь давайте попробуем эту колясочку сложить. Я сам ее с прогулочным блоком еще не пробовал складывать, поэтому сейчас буду делать это вместе с вами первый раз. Вот так вот. Я бы даже, наверное, предварительно ручку сюда опустил, чтобы она была у нас короче. Нажимаем кнопочки. И за ручку. В принципе, можно, конечно, опустить еще вот так вот. И получим вот такую вот конструкцию. Но то, что она хотя бы складывается вместе с прогулочным блоком, друзья, это уже хорошо. Да, не компактно, но это такой внедорожник, который, ну, компактным навряд ли получится его сделать. Ну, все равно, как по мне, окей. Единственное, чуточку шумноват механизм складывания и раскладывания козырька. Ну, в принципе, вы это на улице будете делать. Ну, что, ребенок, и машины пикают, ездят, шум, гам. Не пугается же. От этого, я думаю, тоже
не будет пугаться. Собственно, друзья, всю информацию, которую хотел донести до вас, я донес. Как по мне, очень перспективный, интересный бренд. Я думаю, что его, если они будут все правильно делать, ждет успех. Цены, если они сейчас вот не будут поднимать, то это супер крутое предложение с хорошим сервисом, с хорошим качеством. Поэтому проблема в том, что еще не так народ знает этот бренд. Ну, с помощью таких, как я и других, скажем так, обзорщиков, такие бренды в мир, как говорится, и поступают, и о них узнают. Но я смело вам могу рекомендовать тщательно ее изучить. Можете прийти в магазины First Buggy, их очень много по России, посмотреть, убедиться в тех словах, что я сказал вам. Действительно достойная коляска. Ну, а я все, закругляюсь, друзья. Вопросы остались, пишите в комментарии. Я хочу пожелать вам сделать хороший, грамотный выбор коляски для вашего ребенка. И удачи на дорогах. Всем пока.